Однако не получилось. Ну и все равно видно, что играет команда с настроением. Если Поульсен первый мяч за 2,5 года забил, то ну, почему партнерам спрашивается отставать? И вновь вратарь такую маленькую клоунаду устраивает. Вратарь Денхага Мартин Хансен. Ну и вновь, пожалуйста, в ближний угол. Ну это какая-то визитная карточка 7-го тура. Едва ли не первый на моей памяти тур, и не только в Голландии, но вообще в европейском чемпионате, когда с острого угла мячей забивается больше, чем из любой другой ситуации. Ошибка. Защитник, оказавшийся под прессингом, ну и вот та атака до гола.